Так, все, я тут остановился вроде. Готово. Орб. Еще один орб собрали. Так, мы все подобрали вроде, да, тут? Ну, если что, будем сюда ходить и тестить. Запись пошла, запись пошла. Здорово, Флози, что там с модеркой? Сегодня как раз таки чекал, 6 дней еще осталось до трейда. Ты прям сегодня зашел именно тогда, когда я сегодня чекал. То есть я все остальные дни не чекал, именно сегодня зашел чекнуть, сколько осталось, и ты сегодня еще пишешь. Ха. Вот это совпадение жесткое. И из 15 дней именно сегодня. Одновременно прочекали. Нажав кнопку старт и выбрав опцию путеводитель, чтобы знать, какие талисманы ты уже собрал. Да, это я знаю. Это гид называется. Ну, хотя путеводитель, гид, без разницы, одно и то же. А, тут 4 даже. Еще 10 осталось. Еще осталось 10. Так. Мы идем, значит, в этот Idle Springs, что-то такое, да? И тут мы еще не собрали до конца. Как время появилось, так и зашел. Нормально. Не, просто это-то понятно, но прикол в другом, то, что совпадение такое жесткое. Именно когда я чекнул. Прям совпадение жесткое такое. Я так понял, здесь мы сейчас еще и надыбаем этот дополнительный кристаллик. Орб, орд. Блин, как правильно? Орд, орб. Орб, орб, наверное, орб. Скорее всего, орб. Скорее всего, орб, правильно. Орбы, орбы. Ну да, орбы, наверное. Это что, типа секрет? А. Все, 400. Все, теперь можешь спокойно отдыхать на чили, на расслабоне. Так, ща. Это ключик пришел. Это по стиме, да, активировать, получается, ключик? Е тот. Держи, активируешь стим. Сейчас давай попробую. Зайду сразу тогда. Чё тут недолго. ВК отправил, да, походу? Скинул. Сейчас чекну. Steam зайду только. 5 сек. Набрал как-то фаста. Сейчас попробуем. Так, добавить игру. Активировать в Steam. Далее. Далее. Чё? Иди цифровой ключ. Так, соглашаюсь. Найс, ключ. Так, сейчас попробуем. Hitman Absolution. Так, готово. Правильно получается, жму. 25 гигабайт требуется. Так, он добавился у меня. Hitman. Да, вот он, Hitman. У меня еще какой-то Hitman Sniper Challenge какой-то еще появился. Hitman Absolution у меня есть. Все, появилось, спасибо. Спасибо огромное за игру. Будем тогда что тестировать ее. Получается, после этого спайра будем тестировать. Так, спасибо большое еще раз за игруху, потестим. Вот кого? Так. Все, окей тогда.
Спасибо большое еще раз. За игруху. Прикольно. Ну да, чуть все равно здесь. В принципе, пусть пока побудет на этом аке. Надо все правильно тут собрать, типа. Как-то надо натыкать так, чтобы было все. Тут со всеми нашими инструментами и гигантские головы идолов не пустят наших рабочих внутрь, если мы не решим три их головоломки. Первая головоломка сделает все эти кирпичики желтым. Если у тебя проблемы, поговори со мной. Первая головоломка сделает все кирпичики, попроси Бада о помощи. Хорошо. Это что? А, это все эти типа. Ну, давайте думать. Так. Вот так вот. Ага. А вот так. Двуха. Партнера. Вообще все вырубил, да? Все вырубил. То есть это включает боковые. Ага, ага, ага. Центрован включает вот все три. И тут все три. А тут отключает, получается, и включает это. Угу. Чуть просто поочередно. Там определенная последовательность какая-то. На эту последовательность нужно убить. Когда будет время подстрелить, будет круто. А так уж еще игры поищу, какие-то рейды. В принципе, должен потянуть, потому что я пока был слабее, чем у тебя сейчас. А, понял. Но это еще учитывай стрим. Со стримом сложнее компьютеру жить. Ее! На рандом угадал как-то. Спасибо большое за игру. Возле пруда для следующей головоломки. Насчет прохождения сразу говорю, как и вот эту игру прохожу, скорее всего, твою сажусь играть. У пруда встретимся. Где пруд твой? Головоломку на рандом решил, пока читал чат. Имба. Пруд это тут? Да. Этот идол говорит, что голоден и не успокоится, пока не съест 10 рыбок. У него чувствительный желудок, поэтому следи, какой рыбой ты его кормишь. Хорошо. Жарь рыбу, накорми идола. Идол очень голодный. Красный он не кушает. Хорошо, запомним это. Красный он кушать не будет, будет желтую и синюю кушать. Хорошо, запомним. Я так и знал, красный не подходит. Блин, на реакции. На реакции, прикиньте. Нет, красная, ты мне не проведешь. Опять красная. Офигеть. Только красных. Офигеть, опять красно. О, оранжевое. Не забайтишь меня, давай. Пойти там кого-нибудь другого. Три подряд, красный, четыре. Ластовая. И загадка, в принципе, останется там с цветами одними. Которую я говорил, про которую.
В этом плане согласен, что еще нагрузка от стрима. Да. Встретимся возле раскрашенных камней для твоей последней битвы. Вот, говорю же. Раскрашенные камни. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай-давай-давай, отдыхай, все, я случайно. Блять, каким образом? Каким образом я не попал-то в него? Падло это. Каким образом ты эту падлу не попал? Там, где нас нет. А, я 400 все собрал тут. Все 400 кристаллов. Шашлычники хреновы. Давай, открывай. Отворяй. Дверки свои. Дверцы. Next. Интересно, вот эти звездочки или что это с убийств этих челиков выпадает то, что... Что они дают? Они могут разбить замки, если смогут добраться до дверей. Уж поверь мне. Враги как тияки, очень большие, чтобы их атаковать. Так. Правильно в порядке. В смысле, синий, ну. Ну, синий. Не понял. Спроси меня. Да-да, не стесняйся, спроси. Стоп, я не понял. Еще раз. На звездочку шпрыгать надо. Звезда зеленая. Ну, зеленая звезда. Не понял сейчас. Что ему надо-то? Спроси меня. Ну, спрашиваю тебя. Спроси меня. Так я тебя спрашиваю, ну. Спроси. Что? Я в прошлый раз запрыгивал так. Он мне послал нахер меня. Белая. Спроси. Синяя, белая. Синяя, белая. Вот это maybe. Потом оранжевая. Я не знаю, как это вообще играет здесь еще роль какую-то. Я честно не понимаю. Тут рандом. Это рандом. Хорошая работа, Спира. Для дракона ты достаточно умный. Все, что я дам тебе, это сияющее... Соло. ...из наших инструментов. 33 будет получаться у меня сейчас. Ну да. 33. А, 2 из 2. Idol Springs. Окей, все, пройдено. Балдеж, балдеж. Без вопросов тут. Балдеж, однозначный балдеж. В руках галдеж. Рэперы проебались на хате, у них нет надежды. Она ушла от тебя, ведь ты омежный. Так, ну чё, всем пока, давайте. Я полетел. Так, я всех убил вроде, да? Да, там убил, здесь убил. Ну всё, всех убил, получается. Этих чуваков завалил. О, на Хитман 2 скидка огромная. Сейчас докуплю ее, у меня будет вся коллекция их скитманов. Ха, нормально, а сколько их вообще всего частей? Я просто не шарю. Так, здесь мы прошли. Будем проходить... Стоп, тут я был. Будем проходить все, что видим, получается. Здесь нету портала у нас. Нет, тут портала нет никакого. А здесь что у нас по гиду, если смотреть? По гиду у нас тут 10 еще кристаллов собрать надо.
А, эти 10 кристаллов я соберу только тогда, когда научусь ползать. Правильно понимаю? Погнали тогда, чем? Если ползать. Ползать научите нас когда-нибудь там. Если вдруг такое будет. Козлы. Это монахи опять какие-то. А тут, наверное, раз и научат. Дотима стал возле нашего дома, но мы смогли заманить его в ловушку, закрыв все двери. Если ты поговоришь с остальными братьями, они откроют ворота и отведут тебя к нему. Окей. Не упустил. Еще есть тут что-то где-то? Секретики какие-нибудь? Опа. Это что у нас тут такое? У рыб нет больше ничего. Путем концентрации я смогу открыть эту дверь для тебя. И не сомневайся. Давай. Хорош, мощный. Нормально ты меня раздавил, мужик. А если я тебя в попу вот так вот пну? Что за индийские песни? Плюс жизнь. 13 жизней уже. О, еще и эти кристальчики. По десяточке неплохо срубая. Где-то еще что-то есть? Вроде нету. Тогда идем к тебе. Ключ, если ты умеешь так колдовать. Ха. По факту. Нифига себе, мощный. Твои огненные атаки должны легко справляться с тварями. Фу, они такие противные. А почему нас предупреждают об этом слишком поздно? Так, ну раз зашли сюда, давайте добьем. А, тут ни этот, ни река, ни вода, ничего. Я думал, упасть можно тут. Каждый раз, когда ты убиваешь врага, он выпускает частицу духа. Во. Частицы духа активируют заряд в этом мире. Если заряд не активен, то надо убить больше врагов. И все, типа, только это? 11 штук надо? В дальнейшем это пригодится больше. Так, здесь больше ничего не было. Эй, смотри, что я умею. Ну, покажи. Фига ты мощный. Пацанчик. Только я еще внизу ничего не собрал. Поэтому мне по-любому вниз надо будет. А, ну, колдует всегда тут. Поэтому норм. Вот эти статуи, скорее всего, будем либо разрушать, либо что-то другое с ними делать. Колдуй. Поднимай.
Поднимай, давай, 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 давай. Погнали дальше. Помни совет Хантера. Ты будешь планировать быстрее, если нажмешь. Это я знаю, да. Это мы проходили. Смотри, все-таки вторая часть как-никак учат до сих пор. А ведь такой логики не было в этом, в третьем Спайро. Убей типа больше людей и откроется портал. 11 тоже надо. Так, ну давайте с этим побазарим, он, наверное, уходит. А, нет. Хоть я и не вегетарианец, но думаю, что ты должен зажечь этого Йети. Но он достаточно силен. Если честно, то я не уверен, что ты сможешь. А, придурок. Я думал, Йети сильнее. Думаю, он просто покрылся жиром. В любом случае, я просто охранял наш святой талисман, чтобы Йети его не съел. Мужчина. Колоссус талисман. Колоссус. Странное название. Опа, сообщение ВКонтакте пришло. Все, купил, считай, игра 1700 рублей, а по скидке 250 плюс 18 DLC, ну как тут не взять насчет, сколько частей у меня в стиме их 7, нихера себе. Это получается, ты full pack собрал, все части? Ну в стиме, наверное, все части находятся. Так, ответил на ВК. Да, уходим отсюда. Все, 11 есть. А, это, наверное, взрывать. Скорее всего, взрывать, да, статую будем. Или летать. А, ну там летать плюс взрывать. Поэтому норм. Это что? Типа путь, по которому можно пройти и что-то получить. Непонятно, для чего это здесь сделано. Для рофла, походу, какого-то. Не, в любом случае, ты сюда никак не долетаешь. Да, все части, все DLC. Офигеть, там еще DLC 18 штук. Офигеть. Разрабам делать нечего. Столько DLC делать. Так, ну чё это? А, это подпры... Ну-ка еще разочек. Да туда я не допрыгну, хорошо. А это чё? Я думал, летящее что-то будет. Ну ладно. И так пойдет. В принципе. Опа. Не пойму, что со статуями делать. Без понятия пока что.
Ой, тут какой-то гемор будет. Вроде. Вот я помню, геморная вроде. Что-то связано здесь. С гемором что-то связано. Прям вообще такое противное задание какое-то тут. Опа. Это что тут? Секретики? А, это спуститься можно было. Как я этого не заметил раньше. What the fuck? Бред. Тут вроде еще можно сюда залезть, да? Ну да. А тут что? О, еще кристаллы. Сюда. Ех. Опа. Ушел. Слава богу, ты отпугнул этого духа, но сейчас он спрячется в статуях. Если ты сможешь подождать все 10 статуй, я уверен, это его испугает, и он улетит. Поджар 10 зеленых... зеленых? Казалось. Так, хорошо, все статуи. Так. Я тут все обошел вроде, да? Больше тут некуда лететь вроде. Опа. Еще что-то. Ладно, погнали, с самого начала начнем. С самого начала статуя вроде была. Видимо, Steam сейчас все торчат, некоторые игры еле открываются. Ха. Страница с игрой, имеешь в виду? Потому что если ты игру скачаешь, типа... Все нормально должно быть. И будешь играть в нее. А, вон статуи две стоят. В Steam народу много. Это всегда так. Ну, сегодня, походу, еще больше. Сегодня пятница вроде. Народ, может, закупается. Скидки большие, походу. Так, идем сюда. Тут статуи вроде нету. Не, пойдем сюда лучше. Мало ли статую здесь пропустим. Здесь статуи нету. Хорошо. Страница с играми. Все, я так и понял, да. Что, страница с играми. Так, 8. Еще 2. Так, там я был. Опа. Блин. Это я поджигал? Поджигал. Идем обратно. Опа. А не зря упал. В любом случае собирать надо было кристаллы. Это хорошо. Еще. Да залезь. Залезь. Все, 400, отлично. За счет кристаллов можно... Насчет кристаллов можно вообще не волноваться. Осталось только эти статуйки разбивать. Одна вроде тут была статуя, нет? Или я ошибаюсь? Ошибаюсь. Сынок. Ух, я испугался сейчас. Очень сильно. Нет, статуи здесь нет больше. Одну статую я знаю кое-где. Одна статуя сверху тут будет.
Ага, и другая на поле, наверное, площадка где-то. Вот. И последняя осталась. Статуя. Не на поле. Блин, я был на поле. Хотя ласт. Тут нету. Значит, в другом месте где-то она. А, вот она. Фига ее спрятали. Крысы. Все. У меня 688 игр в желаемом. Интересно, как я успею все пройти. Охренеть, 680. 700 игр, ебать. 700 игр. У меня в голове это не укладывается. Плюс добавляется со временем еще 700 игр, офигеть. Это сколько надо проходить, сидеть? Сколько надо времени? Возьми это, я взял это в храме, им это не нужно. Это хорошо. 8 орбов. Вот бы еще показывал, сколько орбов осталось собрать. Было бы вообще идеально. Почти 700 игр. Удачи пройти. О, Спира, добро пожаловать. Мы узнали, что хоккей — это мирный и успокаивающий спорт. И не хочешь присоединиться к матчу против вратаря? У тебя 2 минуты, чтобы забить 5 голов в красные ворота. Да, посмотрим, как игра работает для начала. А, просто АФК стоять надо. Ебой. Вообще легкая. Блин, не успел. Легчайше. Ну почему я так прикалывает? Ух ты, козел сраный. Я тебя найду, падла. Теперь он дефать ворота очень жестко, да, будет походу. Я могу не успеть. Я попал. Лично возьми это в награду. Еще не все. Хочешь попробовать сыграть один на один? Блин, вот это я и боялся. Первый, кто забил 5 голов, побеждает. Ты забиваешь в красные ворота, вперед! Забей 5 голов. Этого я и боялся. А, у меня вратарь тоже есть. Нифига себе. Я, сука, блядь. Говнюка сын. Дай мне мяч, придурка. Придурок. Почему он отдает этому своему так? А мне чел не отдает свой. Я еще одну проебал. Если мне мой долбоеб давал в руки прям. А, его, наверное, надо этот.
попу ему огонь. Огонь надо в попу ему. Спрыгать его. Ну да, вот. Конечно. Да ёбаный в рот-то, блядь. Остановись, долбоёба, сын. Ух ты, гондон. Вот это самое сложное, это я и боялся. Долбоёб, блядь, возьми. Как ты проебал, как он забил. Куда он бьёт-то теперь? Этот кретин. Ну, если все эти игры взять по скидкам в районе, то суммарно... Охуеть, 175 тысяч, ебать. 175 кусков на игры. Ну чё, въебали? А где шайба? А, вот она. Алло, блядь, ты возьмешь, может, мяч? Ой, блядь. Всё, проебали. ГГ. До 5 играли. Блядь, что за вратаря вы мне дали? Он бездарь. Он ни одного гола отбить не может. Ты гондон. Упырь ебаный. А нахуй. Нет, ты там на месте сиди. Опа! Сука. Чёрт. Сейчас у меня в Steam игр примерно на 110. Это, блядь, страшные цифры. Охуеть. Ай, блядь, гондон. Шайбу, долбоёб, блядь! Ебучий клоун. Да пошли вы в пизду, алё. Долбоёбина. Пошёл нахуй. У меня вратарь бездарь. Бездарь на вратаре. Смените вратаря, плиз. Замените вратаря. Че на драконе бездарный игрок? Охуеть, просто охуеть, блять. Как это играть вообще нахуй? Ёбаное дерьмо, а не игра. Хотя там вратарь тоже долбоёб. На коньки первый раз поход встал. Мой вратарь просто на похуй хуярит шайбу на рандом, как говорится, и все. Опа, 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 обманочка. Хоп, 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 хоп. Сюда. Это за 7 лет потихонечку покупал по скидкам. Все игры по скидкам, происходит без скидок, я боюсь, как... Там вообще жесть. Если без скидок. Там, я не знаю, есть игры, которые вообще по 2к стоят. Даже вообще жесть. Есть по 2500, может и по 3к есть. Хорошо, возьми это. Если будешь долго на это смотреть, ничего не увидишь. Круто. Спасибо за совет. Буду пользоваться, в принципе. 3 из 3. Ч
Чё, все, я здесь все выполнил, получается. Получается так. Получается, мы отсюда улетаем. Получается так. Потому что мы отсюда улетаем. Хы. В принципе, я да и представлял себе. 400 сюда, 590. И десяточка тут у нас где-то валяется еще. Десяточка наша. Где она у нас? А, лазать. Лазать нам надо научиться. И тогда мы соберем эту десяточку. Так. Портал у нас только вот тут получается. Да, один тут. А и внизу там есть еще порталы. А тут вообще все порталы я завязал. Да, я все тут использовал. На самом деле, я бы и закончил, кстати, на этом, потому что я что-то устал, капец, играть. Еще сегодня видосы делал. Я, наверное, закончу сейчас стрим. А то что-то очень устал играть. Да, наверное, завершу стрим. Сейчас, кстати, у меня в Steam с 1 по 7 число стримит игры, которые в Steam вроде инди. О, инди. А, инди, подожди. Инди-игр много, есть разные.